Здравствуйте, друзья! Меня зовут Юра Мельченко, и это специальный выпуск для творческого альманаха «Артификс» совместно с моим проектом о современном искусстве «Арт Патруль». Сегодня мы находимся в гостином дворе на самом главном событии этой осени международной ярмарки современного искусства «Космоску». Добро пожаловать! Сейчас мы вас познакомим с самыми, на наш взгляд, интересными галереями, представленными на «Космоску» в этом году. Галерея Мельченко расположена на Староконюшенном переулке в 100 метрах от легендарного Старого Арбата, исторического центра Москвы. Галерея была основана осенью 2015 года. Деятельность галереи направлена на поддержание и популяризацию современного искусства, развитие и продвижение новых арт-течений. Галерея поддерживает молодых авторов, на ее счету несколько групповых международных проектов молодых художников. В пространстве галереи регулярно проходят авторские встречи, культурные вечера, познавательные лекции, вечеринки, направленные на ознакомление посетителей с миром современного искусства. Совместно с художественным центром «Дети Марии» ведет активную благотворительную деятельность. Московская галерея современного искусства «Triangle» или «Треугольник» была основана искусствоведом и галеристом Надеждой Степановой, к которой позже присоединилась арт-дилер Эльвира Терноградская. Первая выставка галереи открылась в феврале 2015 года на Винзаводе, в самом сердце московской художественной сцены. Программа галереи основана на презентации как молодых, так и более опытных художников из России и других стран. В этом году Triangle Gallery представила двух концептуалистов – Валерия Чтака и Кирилла Ктор. Валера Чтак – модный концептуальный художник. По образованию библиотека, отсюда и псевдоним Чтак. В 2016 году вошел в список 50 самых влиятельных молодых художников по версии The Art Newspaper Russia. Работает с образами личной свободы, воплощая их в графике, на холстах, досках и стенах, пропуская через призму концептуализма все свое творчество. Кирилл Кто – один из самых узнаваемых художников современности, работающих в области графики. Начинал в составе уличной арт-группы, а сегодня его работы выставляются в известных галереях и музеях уличного искусства во всем мире. Галерея Art4 – это аукцион и музей современного российского искусства. Его история началась в 2007 году, когда коллекционер Игорь Маркин открыл первый в России частный музей современного искусства в самом центре Москвы. Там расположилась постоянная экспозиция – более 1000 работ ведущих российских художников, среди которых были такие громкие имена, как Илья Кабаков и Эрик Булатов. В июне 2016 года Art4 сделал новый шаг вперед, запустил первый в России онлайн-аукцион современного российского искусства музейного уровня. Владимир Яковлев. В его творчестве нет никаких формальных или смысловых игр. Все серьезно и по-честному. Все его картины – это его вывернутая и распахнутая душа. И больше никакого второго дна. Галерея Аскерий – молодая и активно развивающаяся галерея, основанная моделью и журналистом Полиной Аскерий, открытая в 2015 году в уютном пространстве на Поварской улице, в самом центре нашей столицы. Галерея регулярно открывает новые выставки, активно реализует крупные проекты с партнерами, среди которых государственные музеи и благотворительные фонды. В этом году галерея Аскери представила двух художников – Глеба Скубачевского и Питера Апхайма. Глеб Скубачевский – ученик непревзойденной Айдан Салаховой. Глеб постоянно развивается, находится в творческом поиске и движется от своих живописных работ на двухметровых холстах к сложным объектам и скульптуре. Его работы уже сегодня есть в частных коллекциях по всему миру. Питер Апхайм – американский художник немецкого происхождения. Свой путь в искусстве начинал как абстракционист, но, занявшись поиском стиля, ушел в другое направление. Ему хотелось создать нечто необычное и провокационное. Так и появилась на свет серия работ с изображением невероятных пластилиновых фигур. Шестая ежегодная ярмарка современного искусства в этот раз побьет все рекорды прошлых лет и представит работы сразу 70 галерей и 250 художников. Впервые Москва узнала об Орехов Gallery на Космоску 2017, где Григорий Орехов представил свое детище неваляшку Агату, которая стала самым ярким и популярным объектом прошлогодней ярмарки. Григорий выпустил свою неподражаемую Агату в тираж, и каждый желающий может приобрести ее в свою коллекцию.
VP Studio основана в 2000 году галеристом Верой Погодиной. VP Studio представляет прежде всего московских художников, связанных с Московской школой концептуализма, а также представителей актуального искусства Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году галерею представляют Никола Овчинников и Ольга Табрилуц. Друзья, гости уже вовсю начинают съезжаться, и все готово к открытию международной ярмарки Космоскоу 2018. А наш специальный выпуск для Artifex подошел к концу. Как прошло открытие Космоскоу, как устроена ярмарка изнутри, вы можете посмотреть на моем выпуске канала Art Patrol. Подписывайтесь, любите искусство, друзья, и будьте счастливы.